Для лучших студентов Воронежского государственного медицинского университета имени Бурденко утвердили новую именную стипендию за достижения в области информационной медицины. Это важное направление, которое сегодня пронизано деятельность многих лечебных учреждений, организаций. И мы хотели бы отметить работу наших лучших студентов в этом направлении. В нашем ВУЗе этими вопросами долгое время занимался профессор Чернов Виктор Иванович. И мы решили эту стипендию при поддержке его семьи, его детей прежде всего, учредить эту стипендию и вручать лучшим нашим студентам. Когда Виктор Иванович работал в медицинском институте и академии, сейчас вот университет, эта кафедра была самой молодой кафедрой медицинских информационных систем и самая, может быть, даже в какой-то степени современная, потому что в 21 веке живем, врачи, конечно, они лечат, вопрос это, но при применении различного оборудования, аппаратуры, компьютерных технологий, компьютерных информационных каких-то систем, нужно еще уметь обращаться не только со скальпелем, но еще и с техникой. Поэтому это все направление, когда было соединено и развивалось на протяжении многих лет, были написаны учебники, которые сейчас... по которым сейчас учатся студенты по всей Российской Федерации, медицинских вузов. И учитывая то, что определенные очень серьезные достижения были и уважение к этому человеку, вот, медицинским институтом, конкретно ректором Игорем Дорожевичем, на совете было предложено, все поддержали это, была организована вот, именная стипендия. И мы тоже поддержали, как члены семьи, конечно, очень благодарны им, что это все сделали, тоже участвовали и в разработке, и сами сертификаты, и в участие в дальнейшем будем принимать, чтобы это было там не 2-3 стипендии, а большее количество людей, чтобы найти дополнительное какое-то финансирование. Ну и в дальнейшем вот, те кафедры, которые, как я говорил, уже самая молодая кафедра, в дальнейшем будет развиваться эта кафедра, и будем, конечно, всячески помогать, потому что это как определенный ребенок, родившийся вот, в научном мире, конкретно человек, который все это делал и переживал за это. Чествование лучших студентов Воронежского государственного медицинского университета имени Бурденко состоялось на последнем в этом учебном году ученом совете, посвященном подведению итогов и аттестации выпускников. Были отмечены самые яркие студенческие проекты, которые нашли реальное воплощение в жизни и показали свою эффективность. Дипломы и благодарности вручили победителям всероссийских олимпиад. Сертификаты именной стипендии профессора Виктора Ивановича Чернова за достижения в области медицинских информационных технологий вручил его сын, главный врач Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1, депутат городской думы Алексей Чернов. Мы получили эту премию в связи с тем, что участвовали в научной и общественной деятельности нашего вуза и, в частности, кафедры информационных технологий. Мы представляли такие темы, как компьютеризация фонда медицинского страхования, вот, и роль ее в будущем в целом. У меня была тема пренатальная диагностика и роль компьютеризации в этой области. То есть я рассматривала все объекты, различные данные статистические, применяла как компьютерные технологии, так и математические формулы и данные. Мы очень благодарны руководству нашего вуза и представителям тем, кто будет нам выплачивать эту стипендию, что нам предоставлена такая огромная честь быть первыми стипендиатами вот в этой области. Мы очень рады этому и постараемся оправдать доверие, оказанное нам.